Всем здравствуйте, всем доброе время суток. Сегодня зашел к другу. Так. Зайдем в гараж. Что тут в гараже? Итак, зашли в гараж и смотрим. Такие нары. Так, огнемет М1. Молот 107. Такой сегодня гараж сделали разрабы микропрокачки. Ух ты, ничего себе, прикольно. Все полностью прокачано. Урон 32-38. Сил удара 240. Да, рикошет прикольный стан. Вулкан тоже полностью прокачан. Очень даже прикольно. Молодец. Релли. Еще 7 шагов. И будет полностью прокачано. Да, очень даже прикольно. Это считай, сколько качать надо. Последний раз сейчас качнет еще раз даже. Уже урон будет 140. 130. Да. Молодец. 101. Так. Это качает. Еще два раза ему качнуть надо. Тоже молодец. Триста пятнадцать полностью прокачал броню. Ух, купил диктатор М3. А, автоматически М3 дали ему. Автоматически. Первая микропрокачка он учит. Это считай. 2 140. А, не, уже 3 раза качнул. Ну, и то, считай, 3 раза качнул и 2 140. Это нормально, даже отлично. Титан. 415. Так. Еще 6 раз качнуть и все. И будет М4 полностью. Тоже ничего, очень даже прикольно. Да. Молодец. Прибой. Все краски полностью прокачаны. Тут тоже. Глина 43. Да. Тигр 48. От смоки защиты 48. Молодец. Защита от молнии 49. Молодец. От шафта 27. От грома 40. Продига. От рельцы 49. Вообще молодец. Отлично. Хвалю тебя. Молодец.
Изида. Так, фриз. 63. Первый. Так, гром. Да, реально прикольно, конечно, полностью читать сейчас будет. Блин, если бы знали, что так будет, я бы какую-нибудь пушку сам дешевый прокачал бы и полностью прокачана была бы. Так, кто в друзьях? Такие друзья. Станкер. Так. Друзья. Росиман. Мам. Так. Угу. Армении даже есть тоже. Вот от начала снизу смотрим. Даже Армения в друзьях у него тоже прикольно. Так. Давайте в игру зайдем. Так, все тут занято. Так, какое задание? Набери опыт в Кунгуре 300. Ремкомплект 5. Так, набери опыт в режим ДМ. Ускорение. Так, в Кунгуру. Давайте в Кунгур зайдем. Кунгур, Кунгур. Да, все в шоке. Сейчас все радуются, все в шоке. Хороший подарок от разрабов. Ну, смотрите, что пишут тут. Это получается, что фриз жига и рикошет у меня сейчас полностью М4. Потому что там на прокачке написано. Вот. И вопрос. Даже самым некоторым игрокам не верится. А вот еще что пишет. О боже, да-да. Да, уже подарок хороший. Походу, он, наверное, сделают так, чтобы и в танках онлайн играли, и на танке Unity могли играть. Так, зашли мы в танки онлайн в игру. Сейчас у меня видео, правда, обрабатывается. Может быть, возможно, сейчас и лагать немножко будет. А нет, не вулкан, а в молот. Зашли в гараж. И
Возьмем молот. Так, установим. И, наверное... Во! Диктатор. На диктаторе я не раз не ездил. Посмотрим, как она будет. Диктатор будет слетать нормально. Блин. Так, ну я вот. Я же... О, хрен. Так, всем пока, всем спасибо. Подписывайтесь, смотрите мое следующее видео. Всем пока.